Серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сможет присоединиться к группе канадского тренера Брайана Орсера не раньше, чем в середине июня. Медведева перешла в группу Орсера от своего прежнего тренера Этери Тутберидзе. Мать фигуристки Жанна Девятова рассказала о ближайших планах Евгении. В частности, она заявила, что Медведева не сможет отправиться в Канаду раньше середины июня. У Жени запланировано на несколько выступлений в Японии в период с 21 мая по 11 июня. Впервые два уикенда намечено выступление в рамках японского шоу «Fantasy on Ice», после чего Женя должна приехать в Ногану и принять участие в специальном шоу олимпийцев. Соответственно, наш отъезд в Канаду может состояться только по окончании этих мероприятий. На прошлой неделе Евгения завершила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Спортсменка будет работать в Канаде под руководством известного специалиста Брайана Орсера.